Что означает, если приснилось, что я иду под ливнем с каким-то человеком под одним зонтиком? Зонтик сам по себе – это символ защиты в любом случае. Очень хорошо, когда с ним все нормально во сне, и когда он все-таки вас закрывает от этого ливня. Потому что ливни в основном, вот если посмотреть базу сбывшихся снов, это сны, которые показывают, что человеку тяжело эмоционально. Они обычно не снятся заранее. Вот сны о ливнях, про ливень, про дождь, они снятся в тот момент человеку, когда ему уже эмоционально сложно, тяжело, плохо, когда у него депрессия, какая-то тоска, когда у него там эмоциональные какие-то негативные ощущения, он мучается из-за чего-то. Вот чем сильнее ливень, тем сильнее вот эти мучения, такие душевные. Это больше информация об эмоциях. Вообще вода – это всегда к эмоциям каким-то. И там уже по контексту сна надо смотреть, чего именно касаются эти эмоции. Вот то, что вы идете под зонтиком, зонтик символизирует защиту. У вас есть какая-то защита в данной ситуации. А то, что с каким-то человеком, это прямое указание на то, что вы переживаете это либо из-за него, либо вместе с ним. Там уже смотря какой человек.